Товарищи бойцы, будем бегать до посинения. Рядовой Вов, встать в строй. Товарищ капитан, разрешите обратиться? Разрешаю. Товарищ капитан, разрешите еще и полосу пройти? Больше всех надо? Ты у меня в наряд на свинарник пойдешь, герой! Встать, строй! Рота! Отбой! Сержант, я Львова к Ефремову заберу. Хорошо. Андрюха, Львов на выход. Одевайся, тебе ротный требует. Блин. Достал этот козел. Прав, Кузя. Не заедайся так с капитаном. Тем более, походу, сейчас бухой. Да? Может, ему закуску порезать? Чего ты как ребенок, честное слово, а? Ты мало на губе сидел, еще хочешь? Плевать мне. А знаешь, что мне батя в таких случаях всегда говорит? Ты начальник, я дурак. Я начальник, ты дурак. Вот так. А мой дед в таких случаях говорит, справедливость – штука несправедливая, потому что за нее чаще всего приходится страдать. Вот теперь страдай. Угу. Андрюх, дай зажигалку. Знаю, знаю, потеряю – убьешь. Здравствуйте. Это квартира Львовых? Да. Мне нужна Анна Николаевна Львова. А, Аннушка! Ань, это к тебе. Да? Да. Что? Уважаемая Анна Николаевна, ваш сын, рядовой Андрей Львов, погиб во время несения срочной службы в результате несчастного случая.
при неосторожном обращении с оружием. Говорят, дед. Примите искренние соболезнования командира российской армии. Здравствуйте, Андрей Петрович. Здравствуйте. А, здравствуйте. Простите. Дед. А? Дед, я поздравляю тебя с юбилеем. Ой, 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 боже мой, забыл даже. Ну, спасибо тебе. У меня подарок. Ух ты! Откуда это у тебя? Из старого бабушкиного альбома. Вот, увеличила. Тебе что, не нравится?
Ну что, спасибо тебе большое. А у нас сегодня праздничный обед. Да? Дима придет. Еще у нас для тебя сюрприз есть. Нет, только не надо никаких сюрпризов. Я... Дед. А, да. Ты прости меня. За слова, за обвинения глупые. Прости, ладно? Ну, чего уж там. Сам себя уже замучил. Я ведь искренне думал, что армия, она формирует человека и ему дорогу дает дальше. Мне просто хотелось, чтобы он мужчиной стал, а не размазнёй какой-то. Видишь вокруг, сколько соблазнов разных. А он как обернулся-то все. Дед, да ни в чем ты не виноват. Это я тогда от горя, от безысходности. Ну, Анушка, иди, я сейчас вот тут. Да, конечно. Да. Дед. Да? А Андрюшка на тебя в молодости похож был. Особенно глаза. Взгляд такой же. Упрямый, львовский. Войска 3-го Белорусского фронта при содействии войск 1-го Белорусского фронта в результате глубокого обходного маневра сегодня, 3 июля, штурмом овладели столицей Советской Белоруссии, городом Минск, важнейшим стратегическим узлом обороны. Что, срочно? И штаб полка. Документы подписать. Наградные. Понял. Ну, там процедуры. Ты вот на завальник присядь. Да. Неделю назад фельдшерские курсы закончила. А звать тебя как? Люся. То есть рядовой Антонова? Давно воюешь? Только что из резерва. Заметно. А размерчик какой? Все, можете одеваться. Куда торопиться? Иди сюда, моя сладкая. На место укола хорошо бы грелку или капустный лист. Зачем грелка? Ты ведь мне в тепле не откажешь. Пустите! Пустите! Помогите!
ты не лезь. Наш политрук да баба хоть. Не любит, когда ему мешают. Мама! Пустите меня! Пойдем, человек поможет. Че встал? Пойдем, пойдем. Помогите! Я тебя в штрафбате сгною. Привет. Привет. Ну, как вы? Нормально. Заходи. Мы готовы делиться и с вами. Дим, разложи пока приборы. У меня там жаркое. Понял. Так. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Андрей Петрович. С юбилеем вас. А, спасибо большое. А это вы? Да. Это сколько вам тут? Ну, конец войны, 24-й шел. Выглядите моложе. Пойдемте покурим. Вы разве курите? Дим, можно вас так назвать? Да ради бога. Смотрю, Аннушка привязалась к вам. Вы же были с ней в самые трудные для нее минуты. Это много значит, когда рядом человек с тобой, когда тебе плохо. Она... Я хочу, чтобы Аннушка счастлива была. Да я, собственно, тоже. Она молода, она еще рожать может. Смотрите, какая квартира-то у нас. Ну, живите здесь. Чтобы там, она здесь, ну что это? Я просто рад буду за вас. О, свадьба. Дим, ты, кажется, обещал бросить. Дед, что, и ты куришь? Нет, я так, немножко вот, балуюсь. Ну все, хватит дымить. Дед, ну зачем ты опять начинаешь? Ну я же тревожусь за вас. Он у тебя какой-то очень скромный. Тебе надо сейчас его брать за руку и везти в ЗАГС. Дед, да не надо никого брать. И везти тоже никого не надо. В человеческих отношениях должна быть полная ясность. Тебе это давно надо было понять. Учить вас всех надо. Слушалось бы. Давно все у тебя было иначе. А я, наверное, пойду. Хорошо? Дима, вы куда? Да я вспомнил, у меня дело еще. С юбилеем вас еще раз. Ну, как ты это? Странно все это. Аня, вы что, поссорились, что ли? Ну что, лежим? Пойдем, пройдемся. Пошли, рядом.
Савин Юрий Петрович. Прибыл по вашему приглашению для встречи с боевым товарищем в день его юбилея. Юрий Петрович, добрались. Какой же вы молодец. Проходите. Меня ранило в августе 44-го во время наступления на Варшаву. Вот тогда мы с Андреем и потерялись. А тут вы. Какое везение. С вашим дедом я 2 года, можно сказать, из одного котелка кашу ел. Дед гуляет и даже не подозревает, какой его сюрприз ждет. Я ведь ему про вас ничего не говорила. А может, я спущусь к нему? Как бы случайно. Интересно, узнает. А давайте. Я там. Спокойно иди. Спокойно иди. Спокойно иди. Спокойно. Андрей. Андрей Львов. А где Юрий Петрович? Я не знаю никакого Юрия Петровича. И не надо мне тут устраивать никаких сюрпризов. Господи, да что случилось-то? Дед, дед, ну что же ты делаешь, а? Пожилой человек проделал такой путь, а ты даже его на чай не пригласил. Господи, ну что же за характер-то у тебя? Неужели нельзя по-человечески? Добрый день. Скажите, пожалуйста, я могу заказать до Вятки билет? На завтра. Да. А можно плацкартный. Димов! Дим! Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Петрович. Пожалуйста, простите меня, что я вчера как-то так неловко вторгся в ваши отношения с Аннушкой. Это вы простите, что я не смог остаться? Так некрасиво получилось. Ну что вы, это вы. Пап, пошли быстрее, мама волнуется. Мы едем к бабушке, а папа нас провожает. Пап, пошли быстрее. Мы опаздываем, вы извините нас. До свидания. Хочешь мороженое? Давай. Под ноги смотри. Молодец. И тут Вера. Все доложил. Все доложила про маму, про бабушку. Твой дед так на меня посмотрел. Да уж, он терпеть не может, когда ему врут. Тоже мне праведник нашелся. Человек из железа. Не надо, Дим. Он такой, какой он есть. Его не переделаешь. Хорошо. И потом, он просто мой дед. А нам что теперь делать? Да, вроде только все стало налаживаться. Понимаешь? Бедный дед. Ты бедный дед бедный? Чего ты его жалеешь? Ты себя пожалей. Он же тебе вздохнуть не дает со своими принципами. Он же как танк по твоей судьбе прет. Да нет, Дим. Просто он любит меня.
последний фашистский гад на земле не будет уничтожен. За сожженные города и села, за смерть и пена... Сынок, ты уж постарайся писать почаще, чтобы мы с тобой не потерялись. Я не знаю, может быть, наша КБ опять куда перебросят. Я скоро вернусь. Вот только уничтожим этого фашистского гада. И вернусь. Сынок! А как ты сможешь человека убить? Мам, там не люди, там враги. Анют, ну? Ну, мои же вечером возвращаются. Письмо? Поклонники? Здравствуй, Аня. Пишет тебе Аглая Петровна Кононова в девичестве Львова. Родная сестра Андрея Петровича Львова. Твою бабушку Зинаиду Поликарповну я разыскала в 70-х. Она рассказала о трагической гибели твоих родителей и попросила больше не писать. Я очень болею, но не хочу умирать с тяжелой душой. Я должна тебе все рассказать про твоего деда. В письме всего не напишешь. Приезжай, если сможешь. А.К. Ничего не понимаю. Может, это розыгрыш какой-нибудь? Дед говорил, у него никого нет. А тут сестра. Дим. Далеко этот Юрьевск? Аня! Привет. Аня! Аня! Ань! Хороший, ну вот.
Ну-ка, с дорожки, с дорожки, с дорожки. Так. Ну-ка. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Андрей Петрович Львов? Я. Я Сергей Вечеров. Я друг Андрея. Мы вместе служили. Ну и что? Это не был несчастный случай. А ты откуда знаешь? Есть кто дома? Я Анна Львова. Мне нужна Аглая Петровна. Да-да, входите. Открыто. Потом набежали люди, двери закрыли. Нам сообщили неосторожное обращение с оружием. Ну, а этот Ефремов-то что потом? Я не знаю. Весь наш взвод на следующий день расформировали и отправили по разным гарнизонам. Узнаешь? А кто это? Нет. Хотя, это кто, бабушка? Зинаида. А вот рядом, это мой брат Андрей. Андрей Петрович Львов. Да нет, это не дед. Вот это как раз и есть твой родной дед. А человек, которого ты считаешь дедом, не родной он тебе. В 41-м Андрюша пошел на фронт, а в 43-м приехал в отпуск. По ранению. И все. Ни писем, ни похоронки не было. И в списках пропавших без вести не числился. А в 44-м Наташка родилась, твоя мама. А в 45-м, сразу после окончания войны, у нас объявился парень с документами Андрея. И он сообщил, как погиб мой брат. Вот. Андрюша всегда носил ее с собой, считал своим талисманом, что-то вроде оберега. Говорил, она у вас с войны, что от смерти спасла. Да, был такой. А вот его не уберегла. Я ведь видел пистолет в руке у капитана. Никому ничего не смог. Испугался, струсил. Предал Андрюху.
Что-то мне это... Тишина не нравится. Вторые сутки не бомбят уже. Так, может, война закончилась? Может, победа? Держи. О! Спиня Макарыч. Сочтёмся. Это по-каковски. По-английски. Надо. Следующий село идти. А вдруг там наш? Уже. И сразу лагеря. Это все вранье. Вражеская пропаганда. Ну ты даешь. Эшелонами отправляют на Соловки прямо. Или еще куда? Так то врагов народа. А надо что? Ой, мало ты еще и глуп. Сначала штрафбат, потом плен, потом работа на руднике вражеском. Думаешь, нам за это ордена дадут? Наш. Я же говорил, наш. Мина. Что у тебя там? Оба мертвые. А у тебя? То же самое. Кто стрелял? Это я. Пистолет проверил. Вот. Документики. Они им ни к чему, а нам пригодятся. Так, я теперь Попович Николай, 14-го года рождения, демобилизованный. Ну, гляди-ка, война и правда кончилась. А ты? Рядовой Андрей Львов, тезка, 20-го года рождения. Годков, правда, поболее, но это ерунда. Бери. Спасибо скажешь. Пушку держи. Пригодится. Thank you.
Ты, пожалуйста, передай деду, что я его простила. Но он пусть на меня зла не держит. Всю жизнь он говорил мне, единственное, чего я не могу простить, это ложь. Как он мог? Чего ты удивляешься? Он, по-моему, очень даже хорошо устроился. Сам герой войны. Жена с готовым ребеночком. По-моему, все логично. Дима, прекрати, пожалуйста. Андрей Петрович, уважаемый, я поднял все бумаги, но ничем не могу помочь. И рад бы, но, как говорится, не наша епархия. Такими вопросами занимается военная прокуратура. Вы извините, у нас дел по горло. Призы в этом году как никогда урожайны. Зашиваемся, знаете ли. Ну, спасибо, товарищ майор. Я понял. Я даже не знаю, что я сейчас чувствую. Представляешь, как с такой ложью жить? Каждый день бояться, что неправда на свет выйдет. А может, он просто уберечь нас хотел? Андрюшку твоего. Вот так вот он и уберег. Я даже не знаю, как теперь с ним разговаривать. А тебе не надо с ним разговаривать. Я с ним сам поговорю. Как мужчина с мужчиной. Ко мне паренек заехал. Он служил с моим внуком. И рассказал о случившемся. Да, да, я помню. Я помню эту историю. Вот рядовой Львов Андрей. Так-так, погиб. Погиб. Так. Так, ну все правильно. То есть как правильно? Официальная информация, полученная из воинской части, она не соответствует действительности. Вот его сейчас нет в живых. Моего внука. И вы не хотите разобраться в случившемся? Это преступление. Где же ваша офицерская честь? Это... Как это понимать? Или теперешняя жизнь молодых людей, она ничего не стоит? Есть свидетель. Свидетель? Да. А вы давно знакомы с этим свидетелем? Ну вот, видите, к сожалению, нынешние новобранцы не готовы сегодня к жесткой армейской дисциплине, к строгому уставу. Они не понимают, что армия – это не ночной клуб, а этот Вечеров мог просто оклеветать своего бывшего командира, насолить ему
Вам это не приходило в голову? Вот меня удивляет только одно. Вы заслуженный учитель. Вы пожилой человек. Как вы с вашим огромным опытом поддались на истерические фантазии этого молодого человека с весьма сомнительными нравственными и моральными качествами? Как? Где логика? Я ищу ее, я ее не могу найти. Вот же материалы дела. Вот эти материалы дела, они мне... Подписи есть. Все, вот они. Если хотите, я вам могу их, пожалуйста, предоставить. Сади... Иван Иванович, я смотрю, тебе погоны-то дороже, чем правда. Дорогой мой Андрей Петрович, простите за откровенность, но ваши хлопоты тщетны. Даже если это все так, армия никогда не сознается в этом. Это ведь система, а человек, попав в систему, не может с ней бороться. Согласен с вами, это подлость. Я хорошо помню ваши уроки про силу правды, поэтому и адвокатом стал. Андрей Петрович, еще раз простите, но что вам может дать эта правда? Андрей Петрович, парня-то не вернуть. Да, парня-то теперь уже не вернуть. Надо просто жить дальше. Ну, жить-то надо по совести. Ну, будь здоров, Павлош. Здравствуйте, Андрей Петрович. Молодой человек, я запрещаю вам встречаться со своей внучкой. Оставьте Анну. Оставьте Анну. И чтобы вашей ноги больше не было в моем доме. Андрей Петрович. Во всяком случае, так честней будет для вас. Честнее? Да! Это вы будете говорить о честности? Вы что себе позволяете? А что вы себе позволяете? Что ты сказал? Дима, тебе лучше сейчас уйти. Дед, не надо. У него жена и дочь. Я знаю, дед. Я все знаю. И про него... И про тебя. Вот он мой дед, а не ты. А откуда у тебя эта фотография? Как же ты мог, дед? Всю жизнь ты говорил мне о правде, о честности, а сам врал. Каждый день, каждую минуту врал. Война, будь она проклята. Всех нас переехало. Вам сейчас не понять этого. Это все пережить надо. Но я вас всегда любил. Любил? Ты прешь, как танк по моей судьбе. Хватит. Хватит читать мне проповеди. Хватит меня учить. Мне уже почти 40. И я сама знаю, как мне жить и с кем. Спасибо тебе за такую любовь. Видеть тебя больше не могу.
Привет, Барбос. Ты чего? Ты не гулял, что ли? А где дед? Дед? Тихо-тихо-тихо. Здрасте, тетя Ольга. Доброе утро. Анечка, что ж ты всю ночь спать-то не давал людям, а? Почему не давал? Да под дверью всю ночь скулил. Сама не понимаю. Дед куда-то ушел. Вы случайно не видели? Да он мне не докладывался. Он вообще последнее время мимо меня как мимо стены сквозит. Ни тебе здравствуй, ни нам до свидания. А когда он ушел? Да поздно уже было, когда он ушел. Куда-то очень торопился. Барбос, домой! Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас. Как бы мне капитана Ефремова повидать? Капитана Ефремова? Ефремова, да-да-да. А я такого не знаю. Как не знаешь? Ну, посмотри тогда. Ну, я же говорю вам, нет, нет такого. Ну, как нет, нет. Ну, а как же быть тогда? Я не знаю. О, простите, одну минуточку. Одну минуточку. Да, слушаю вас. Товарищ майор, вы не поможете мне отыскать капитана Ефремова? Ефремов? Да, Ефремов. Не знаю такого. Ну как же он служит в вашей части? Алло, Михаил Семенович, здравствуйте. Это Аня Львова. У вас Андрея Петровича случайно нет? Нет. Здравствуйте. А Жердина можно? Когда будет? Извините, а вот он часто в Вятку ездит, в Совет ветеранов. А телефон туда я найти не могу. Вы не знаете? Алло. Дим, прости за звонок, но у меня дед пропал. Я уже всех обзвонила. Анна Николаевна, если до утра ситуация не изменится, с самого утра можем этим заняться. Ты почему до сих пор не одета? Жирафы ждать не будут, быстро. Ты же знаешь, сегодня я никак не могу.
Алло, это скорая? К вам не поступал пожилой человек? Львов Андрей Петрович. 90, но выглядит намного моложе. Спасибо. Девушка, а куда еще позвонить можно? Пишу. Я сама. Дед, шел бы ты отсюда, сейчас командир части будет ехать. Давай, 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 дед, давай. Товарищ прапорщик. Да. Вас к телефону. Давай, давай, иди, дед. Во. О, о, стоп, 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 стоп. Товарищ полковник, помогите, пожалуйста, мне найти капитана Ефремова. Мне нужен капитан. Ефремов, ну помогите мне. У нас такое не служит. Поехали. Как это не служит? А где же он тогда служит? Дим, по-моему, они просто не хотят ничего делать. Кому она нужна, такая милиция? А нет, это не милиция, это закон. Ты не можешь этого понять. Это закон. Розыскное дело могут завести только через несколько дней. Да я с ума сойду за эти несколько дней. Алло, да. Да буду я, буду. Буду, все. Давай. Дим, а может, кому-нибудь из знакомых позвонить? У тебя есть кто-нибудь? Да откуда? Кому позвонить, Ань? Давай еще в отрезвитель съездим, Ань. Какой вытрезвитель? Что ты говоришь? Ну а что, всякое бывает, мало ли что. Подожди, а может просто… Да что просто? Ну, не бывает просто. Что просто? Женщина! Женщина, смотрите, украли! Стой! Стой! Добегался, пошелся. Сейчас в милицию. Пойдем. Давай. Дима, а ему же больно. Очень больно, малыш. Где больно? Покажи.
Дима, возьми ключи в правом кармане. Ань, что ты собираешься делать? А? Вести ребенка в больницу. В какую больницу? Его в милицию надо, а не в больницу. Малыш, где твои родители? Им можно позвонить? Нет у меня их. Видишь, я же говорил, им нужно в милицию, там в детскую комнату или в детприемник, я не знаю. Тетя, не надо в милицию, я больше не буду. Его в больницу надо. Тебе какое дело? Он у тебя сумку спер. Он мне руку чуть не откусил. Он ребенок, и ему больно. Он малолетний преступник, а не ребенок. Дим, выходи. Что? Выходи из машины. Ань, ты чё? Давайте вашу страховку. Женщина, у вас есть медицинская страховка? Да-да, конечно, есть. А сына как звать? Андрей. Лет сколько? Женщина, лет сколько? Что? Алло, Павел Петрович? Здравствуйте. Это Аня Львова. Внучка вашего классного руководителя, помните? Да. Дед пропал. Ушел из дома 2 дня назад. Заявление в милиции приняли, но, знаете, мне почему-то кажется, что они его вообще искать не будут. Вы не могли бы мне помочь? Нет, домашний не менялся. Спасибо. Буду ждать. Господи, куда же он пропал? Будьте добры, один билет. Хорошо. Так, куда мы едем? Домой. Спасибо большое. Счастливого пути. До свидания. До свидания. Thank you.
Ну а дальше-то что было, Аркадий? Вопрос перед Людкой ребром поставил, либо он, либо я. Ну а дочка что? А чем дочка, дочка? Дочка в слезы. Ну, я на нее посмотрел, посмотрел. Детишек трое, все пацаны. Как им без отца? Заладила. Родной, не родной. Один он остался. Мать еще зимой умерла. Куда ему теперь? И Наташка вон как к нему привязалась. Хороший он парень. А если этот хороший парень мужа твоего убил? А тебе тут небылицы плетет. На мине подорвались, умерли сразу. А зачем бы он это делал? Имуществом завладеть. Господи, Глаш, каким имуществом? Да у него, кроме иностранной зажигалки, старых часов, давшей ничего и не было. Может, документы ему нужны были? Вдруг он шпион? Да если бы все так, как ты говоришь, зачем бы он сюда приезжал? О смерти мужа рассказывал. Шел бы себе своей дорогой и делов. Да ты в глаза ему посмотри. Разве они могут обманывать? Эй, невестка, а не влюбилась ли ты? Смотри, прокляну. Да ты болтай, болтай, да не забалтывайся. И вообще, чего ты здесь мне допрос учинила? Да тише вы. Наташку разбудите. Вы, Аглая, не переживайте так, я ухожу. Зина, спасибо за приют. Прощайте. Андрей! Останься! Как это останься? Мы о чем с тобой только что говорили? Вот сейчас я пойду и доложу, куда следует. Андрей! Никуда не отпущу. Разрешите это? Здравствуйте. Василий дома? Нет, я вам. А когда он будет? Никогда. То есть как никогда? Я не понял. Нечего тут понимать. Этот
здесь больше не живет. Это ты так про своего отца? Не ваше дело. Вы там только поаккуратнее в парадном. Здравствуйте. Здрасте. Скажите, вы такого не знаете, Ефремова Василия? Ну, чё ж не знаю. Конечно, знаю. Ходит здесь. Ну да, ну ходит. А когда он приходит? О, да кто ж его знает, он же... Он же теперь здесь больше не живет. Да? Его жена уже из дома выгнала. Да. Он же как из армии ушел, так квасить начал, не просыхая. Вот. Ну, а как напьется, так приходит тут, это, скандалит, дерется, права качает. Так. Слава богу, Сашка, сынок его, вырос, стал большой мальчик. Так он его с лестницы и спустил, как в очередной раз пришел. Так, ребят, только поаккуратнее, там стенки не оббивайте, хорошо? Не, ну я понимаю, конечно, плохо это, что отец все-таки родной, что это самое. Но ну, кто же это может терпеть такое? Скажите мне на милость. Ну что, не права, что ли? Ну а где его найти-то? Так он работает сторожем на ТЭЦ. Да, сутки трое. Я говорил бомжарам живы, чтобы вас тут не было, говорил. Еще раз увижу, пристрелю. Здравствуйте. Здравствуйте. Отец, Огоньку не найдется. Спасибо. Занятная вещица. Ретро. Кури? Нет, спасибо, я не курю. А зажигалка тогда зачем? Ну, с войны подарок. Ну да, да. Меня Антоновичем зовут. А тебя как? Петрович. Петрович. Ждешь кого? Да нет, так просто. А ты не здешний, Петрович? Командировочный. Если переночевать на ТЭЦ, сегодня не получится. Сегодня этот зверюга Ефремов дежурит. На ТЭЦ можно только отсюда попасть. Но жить здесь нельзя. Этот гад Ефремов зимой в самый мороз нас из подвала сюда выгнал. А еще сказал, если вас еще раз увижу, перестреляю, как псов бродячих. И ничего мне за это не будет. Объект режимный. А другая-то охрана есть? Ну, есть же люди, понимают. Значит, еще попадается? Опа! Сейчас начнется. Карпенко, начальник, просто так не приходит. Он пьянство на нюх не переносит, а Ефремов с бодуна. Значит так, сегодня дежуришь, завтра придешь за расчетом. И все, чтобы я тебя больше никогда не видел. Дед, валить надо. Уходим. Идите, идите. Если вход, то там. Thank you.
Здравствуйте. Простите, вы? Капитан Ефремов. Ну, я. А ты кто? А я из комитета по правам охраны офицеров в отставке. Что это за хрень такая? А мы занимаемся офицерами, уволенными в запас. Ну, ты что? Ну, вот здорово там, что и денег даете. Мы решаем кое-какие, в том числе и социальные проблемы. Ну, может, я все-таки присяду? Бесполезно это все. Почему? Потому что главную проблему офицеров решить очень трудно. Практически невозможно. Потому что главная наша проблема – это нынешние солдаты. Эти хлюпики-засранцы, маменькины сынки. Ну, как с такими можно страну защищать? Комитет. Ну, так их армия должна воспитывать. И создавать из них мужчин. Чего? Воспитывать их можно только тогда, когда они поперек лавки лежат. А то сопли под носом не обсохли, а гонору убил бы, убил бы. Ладно, выпей со мной. Нет, я не пью. А я выпью. Я расскажу тебе, как кадрового офицера на помойку выкинули. 20 лет отслужил. 20. Я сам в горячие точки просился. У вас что, несправедливо обидели? Был такой случай? Случай, говоришь? Да, был случай. За одного случайного сопляка вся моя жизнь под откос. Я везде был. Я везде был, где стреляли. Я врагов зубами рвал. А он мне заявляет: мой дед за родину воевал. А ты за что? За бабки. А я ему: постой под дулом пистолета. Постой, как я много раз стоял. За бабки. Посмотрим, когда ты обделаешься. А он такой стоит и в глаза мне ухмыляется. Стрелять не хотел. Так просто поучить, но руки дрожали и палец сам на курок. И все. Конец. Конец всей моей жизни. А как же ты смел на ребенку руку поднять? Чего, дед? Ты кто такой, чтобы меня судить? Я? Я Андрей Петрович Львов. Ах, вот оно в чем дело. Вот ты здесь зачем? Комедию тут ломаешь. Ты что думаешь, я каяться буду? Волосы на себе рвать? На, выкуси! И еще скажу тебе. Я не жалею. Таких, как он, в зародыши надо душить. Ненавижу, ненавижу.
тебя ненавижу. И твоего гаденыша ненавижу. Встань на колени, мразь! Быстро! О как? Быстро! О как? Настя, тебе удобнее, давай. Давай, дед, стреляй. Гнида! Стреляй. Стреляй, дед! Стреляй. Стреляй! Стреляй. 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 Такое ничтожество, даже руки не хочется марать. Что струхнул? Как уже слабак, как и твой гаденыш. А твой сын неплохой паренек. Наверное, настоящим человеком вырастет, если такого подонка, как ты, не встретит. Простите, пожалуйста, здесь мальчик был с переломом? Да, был. Его на обследование повезли. Вы не волнуйтесь, мамаша. Доктор сказал, что все хорошо будет. У тебя мальчонка хороший, забавный, веселый. Только за ним глаз да глаз нужен. Николаевна, здравствуйте. Вы Андрюшин друг? Да, я Сергей Вечеров.
Вы знаете, Ефремов застрелился. А кто такой Ефремов? Ну как, капитан, к которому ваш дед поехал. Я же Андрей Петрович все рассказал. Я видел, как Андрюшу убил. Андрей Петрович, потом возле части видели, он долго про Ефремова всех спрашивал. Ефремов застрелился. Тот на ТЭЦ в охране работал. И как только Андрюша умер, Ефремов в разбогоне, стал пить, от семьи своей ушел. А я как только закончил свою службу, я поехал Андрею Петровичу, рассказал все вечером, дежурил в штабе, Андрею вызвали. И хотел подождать на улице, я стоял, курил, потом услышал хлопок, потом сбежал. Я понял, что произошло что-то. Дед поехал. Значит, у тебя совсем никого нет? Ну да, давно уже один. Мы 2 года назад с мамкой на заработки приехали. А прошлой осенью она умерла. Вот я и шустрю помаленьку. Осторожней, шустряк. Проходи. Тетя, меня вообще-то Женькой зовут. Тоже неплохо.